Сегодня по решению Координационного совета был продлен запрет на передвижение на легковых автомобилях до понедельника 27 апреля. Согласно информации, распространенной Ассоциацией фермеров Грузии, в рамках запрета на передвижение на легковых автомобилях по всей Грузии для фермеров делается исключение, так как осуществление сельскохозяйственных работ всем фермерам позволено передвижение на автомобилях с 6 по 8 утра и с 18 по 19 вечера, с 22 по 26 апреля включительно.